В эфире ежедневный спортивный обзор в студии Кристина Лата. Здравствуйте! В ближайшие 5 минут расскажем про самые интересные спортивные новости региона. Дубль Александра Бергстрема принес Сибири победу над аутсайдером Восточной конференции Югрой из Ханты-Мансийска. Новосибирцы выступали в счете до 59-й минуты матча, но за несколько секунд до окончания встречи сравняли, а в овертайме вырвали победу, также на последних секундах. После крупного поражения в Нижнекамске болельщики ждали, что команда реабилитируется. Тем более соперник для этого был более чем подходящим. Югра в последних 3 матчах пропустила 12 шайб, забив при этом всего 2. Однако вплоть до конца 3-го периода в роли отыгрывающихся были как раз новосибирцы. Югра в начале 2-й 20-минутки открыла счет. Этот эпизод даже пришлось просматривать арбитром. Защитник Сибири Николай Демидов толкнул защитника Югры, который и помешал Красикову среагировать на бросок. В итоге гол с хозяев засчитали. Сибирь сравняла за 30 секунд до конца основного времени. Видимо, в матчах с аутсайдерами новосибирцы не могут по-другому. Так было с «Динамо» Ригой, последней командой Запада, где Сибирь отыграла 2 шайбы за минуту. Так случилось и в Ханты-Мансийске. Бросок воротам, и все-таки Сибирь забивает за 29 секунд до окончания основного времени. Александр Бергстрем стал главным героем матча. Именно его бросок под перекладину в концовке овертайма стал победным для Сибири. А шведский нападающий оформил дубль. Игру, во-первых, не сделали не за 30 секунд. Мы всю игру пытались выигрывать, пытались сделать правильные вещи. Не все получалось, но, к сожалению, такой не очень такой спорный гол. Но судья сейчас нам объяснил. Но все равно мы остаемся при своем мнении. Вот. Но гол был засчитан, это уже факт. Благо, ребята до конца бились, верили, что мы сможем отыграться. Мы это сделали. И так как вера была, наверное, на высоком уровне, смогли выиграть в овертайме. Завершит выездную серию «Сибирь» матчем в Омске. Сибирское дерби состоится уже в эту пятницу, 17 ноября. Прямую трансляцию встречи с «Авангардом» смотрите в эфире нашего канала. Начало в 20:00 по новосибирскому времени. Сразу несколько медальных рекордов поставили новосибирские спортсмены за последние 10 дней. В Новосибирском центре высшего спортивного мастерства подвели итоги крупных международных и всероссийских турниров. Я уверен, что те достижения, которые вы сейчас показываете, показывают всему миру, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что давят на нас многие западные организации, мы спокойно завоевываем медали и всему миру показываем, что Олимпиада без российских спортсменов – это не Олимпиада. Действительно, минувшие 1,5 недели получились богатыми на медальные успехи. Так, например, ушуисты на чемпионате мира в Китае принесли в копилку сборной России 11 наград. 5 из которых золотые. Это рекорд. Всего в Поднебесную приехали 4000 спортсменов, а сам чемпионат в этом году поменял название. Эти дисциплины традиционно ушу, оно сейчас переименовано в кунг-фу. И, в принципе, это логично и хорошо, этот из новшеств таких, да, потому что, как я уже говорил, да, ушу часто ассоциировалось, это такое, знаете, оздоровительная гимнастика, а кунг-фу это такие, да, для крутых пацанов такое, это крутое, то, что мы там Брюс Ли и все такое, вот, да. Ну, то есть, два разных отношения к одному и тому же явлению совершенно, да, то есть, вот, как меня вот сейчас уже спросили, а что изменилось в самих соревнованиях? Ничего. Из Рима с медалями вернулись и парафехтовальщики-колясочники. В 5-й раз чемпионом планеты стал Александр Лагутенко. А свой самый успешный взрослый турнир провел Максим Шабуров. Очень доволен, конечно. Медалей больше, чем ожидали. Ну, золото ожидаемо было, но что будет аж 3 золота, конечно, очень порадовал Максим. Ну и вся сборная порадовала. Ребята в серебро взяли в сабельной команде. Вот почему не ожидали, говорите? Не ожидали, что столько? Не ожидали, что столько золота будет. Ну, рассчитывали максимум 2. Вот 3 получилось. Ольга Григорьева вне дома находилась практически месяц. Для молодой матери испытание суровое. Но бронза на чемпионате мира по кикбоксингу того стоит. Правда, через 2 года тренер ждет большего. Большие заделы на будущее. Все-таки надеемся, через 2 года сможем. Были в шаге от первого места, то есть проиграли чемпионки, которые также на 3-м раунде еще ничья была. Ну, буквально там судьи немножко не в нашу сторону были направлены. Ну, будем стараться. С российских соревнований с медалями вернулись каратисты, тэквондисты и слабослышащие волейболисты. Они выиграли Кубок России.
Еще немного новостей волейбола. Локомотив на домашней площадке одержал уверенную победу над красноярским Енисеем. Новосибирцы были сильнее в каждой из трех партий, не позволив сопернику в каждой из них набрать больше 20 очков. Следующий матч железнодорожники проведут уже в эту субботу, правда, на выезде. Соперник – клуб «Нова» из Новокуйбышевска. На этом все. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на аккаунт программы в Инстаграме. Там вы найдете много интересного. С вами была Кристина Латта. До встречи!